познакомиться. На питбуля похож далеко. Не кусается? Не, а он вот маленький и все подбирает просто. И поэтому... Сколько ему? 4 месяца. На питбуля так похоже. Не, ничего не будет, ничего. Она так это... Джина! Чё ты? Она такая вредина. Ты какой хороший, он даже ни на что не претендует, Джина. Она такая, с характером. Она любопытная тоже, вот пока... Ту сторону, да? А чё ты ругаешься, почему? Да, она такая вот просто... Дает сразу да понять, что понятно, лишний да. раз на нее все, лучше все, это. Все, не будем. Не залупаться. Да ты ж такой хорошенький, да? Блин. Все, нельзя, ну, лишний любит. Не, если подружиться, они будут нормально. Не... Мячик, конечно. А вашей сколько? Вот год недавно исполнилось. Ай, ты хороший. Но тебе намордник-то не мал, малышка. Джина, нельзя. Мал чуть-чуть, да. Или она уже выросла с него? Нет, ну как она? Ну не налезай, куда ты залезаешь? Ты что, сейчас тебя укусят за жопу. Будешь знать. Вот какая. Жень, хорош, ну это маленький щенок, вот он просто интересно. Не, она реально на питбуля похож больше, чем на Амстаффа. Да? Может это питбуль? Питомники брали? Да, брали в питомники. Поэтому. Джина, нельзя. Поиграйся лучше с ней, что ты такая вредная? А мы сейчас это, Джек Рассел к нам подбежал, начал к ней приставать, кобелек. Ага. Она его прессанула. Сейчас, давайте, сниму этот намордник, подожди. Она его чуть прессанула, я думаю, из-за этого настроения у нее да, нету. Понятно. Стой. Дайте я за шейник этот сниму. Чтобы... Подожди, Харли, стой. Так-то она может вот прижать, но не кусается, вот как видели. Она чисто это. Потому что две девочки. Если соперника она не чувствует в ней, значит... Особо драться не должны так жестко. Она еще маленькая, она еще. Куда залез? Джинка, нет. Нет. Да ладно, если Джина. Лишний раз это пусть Джина. Поймет. Еще сказал. Джина. Ну-ка нельзя. Не, ну просто я боюсь, если вдруг она схватит ее. Так-то ничего страшного. Потому что она ничего не понимает, ничего не боится. А, ты дурында. Ну и правильно скажи, я же питбуль, амстафф. Не, реально она питбуля похожа. А уши оставите, да? Уши, да. Хорошо, правильно. Поэтому, скорее всего, она из-за ушей похожа на питбуля. Потому что стаффом всем... Потому что она маленькая еще, ну подрастет все это, и морда оформится. Не в этом дело. Просто у нее вот телосложение питбульское, потому что амстафф, они такие низкорослые, крепыши. А она как, по-моему, терьерного типа даже, вот как питбулька. Длиннолапая. Да, Джиночка? Вон, смотри, какая классная. Блин, отпустить бы вас, побегали, что ли? Ну, я боюсь свою отпускать. А, пока не отпускаете? Я пока не отпускал вообще. Вон она какая веселая. Да. Нельзя, Джинка, нельзя. Сейчас подрастет хотя бы. А что, убежит, что ли? Я боюсь. Так, ладно. У меня в 3 месяца рядом со мной ходила-то. Да, ее никто не тренирует, ничего, так это просто гулять выходим. А что не тренируете? Ну, со временем. Так уже начинать давно пора. Собака-то спортивная? Или это не ваша собака? Не, моя. Ну, обычно, но знаете, как дети гуляю, заводят? Да, дети там занимаются. Ты такая хорошенькая. Не обижай, Джина, она, видишь, какая, играться хочет, а ты это... Строишь из себя мамашку такую серьезную. Она даже это показывает. Девочка. Ну я думаю, все, Джинка, она как бы с ней это. Первая встреча, она вот такая. Сейчас она поняла, что та не претендует ни на что. Все. Нельзя с лапами. Нельзя. Нельзя вот так вот стоять. Нет. Джина вообще понимает, когда щенок. Ну вот у нас много щенков, со всеми прям играет хорошо. Может вот подраться, если только кто-то огрызается сейчас, прям на нее. Сейчас. Видишь, она тебя больше. Не, тут уже все нормально, уже она, по-моему, поняла, ничего страшного. Лапы это она видит, что все, она... Все.
это не доминантность, а просто игра. Ну, пустите, ничего страшного. Перехвачу, а то это мы запутаемся. О, может даже поиграют. Все, давай так вот на расстоянии, чтобы тебе было легче. Будешь играться, Джина? Вроде играется. О, даже валяется. Когда валяется, это значит знак это. Хороший знак. А у вас не стерилизовано, нет? Нет. А вы будете стерилизовать? Мы будем, да. Сейчас, когда первая течка будет, там, ну не знаю, месяца через три. Ага. Джинка поиграться решил. Хорошо. О, они бы сейчас поносились по полю бы от души. Ну-ка, Джина, дай я тебя отпущу, чтобы ты не запуталась. Стой, 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 стой. Иди давай, побегай. Ты какая, а? Мощная. Да, и кусает сильно прям. Да? Зубки сменились уже? А? Зубы сменились? Да. Вот сейчас вот уже прям вот, вот на днях сменились, можно сказать, да. Прям все уже? И клыки? А? Нет, кроме клыков. А. Ну потому что они клыки где-то к 5-6 месяцам, да. Они уже нормально все поменяются. Ну да, веса поднаберет, будет соперник тебе уже, Джина. И ты уже энергичная прям. Как тебя, Харлон, уложили. Как ее звать? Харли. Харли? Харли. Харли. Да. Харли. Как это, как мотоцикл. А, Харли Дэвидсон. Да я думаю, здесь можно пустить на полянке, пока с Джинкой. Они здесь поносятся, ее потом легко поймать. Это когда других собак нет, может она за кем-то убежать. А пока мы здесь, я думаю, можно пустить. Джина! Джина! Нет. Джина! Ну сейчас... На, мячик. На, мячик, Джина. На. Джина! Нельзя бежать, нельзя. Играйся. Ты какая хорошенькая, давай побегайте. Их. Она аж от возбуждения подскуливает. Ага. Она всегда любит, вот когда какие-то собачки. Со всеми играет, да? Ага, со всеми играет. Я просто вот не разрешаю вставать и... Забираться. Ну это да. Многим не нравится это. Как задираться? Ну как вот лапами вставать и начинать как бы весом давить. Потому что ну разные. А, любит придавливать? Да, да, любит придавливать, да. Маленьких. Ну и, вот нет, они да. Такие, да. Чувствуют в себе вот превосходство. Порода такая. Терьер все-таки. Единка. Не обижай малышку, Джиночка, она ж хорошая. О, за лапы тоже.
Джина, вот тебе, блин, и это, напарница, с кем побегать, побороться. Она сразу вон сверху, хоп, типа лежать. Не забывай, кто здесь. Кто здесь старше. Конечно, ваша машина. Ну, да. Когда уже год будет, уже вряд ли так погуляете с девчонками-то. Ну да. Не, они вот видите, они играются, но до первого какого-то там повода. Да. Вот что-нибудь там из-за игрушки, или сейчас даже в игре вот кто-то друг случайно рыкнет, другой не понравится и все. Сейчас она вот маленькая, Джинка, ей уступает, но если она будет уже... Тоже ей годовалая. Ага. У той тоже сил будет много. Та тоже не уступит, и они уже будут соперники. Там уже вот будет сложнее. Ну кто быстрее устанет, а? Джина, она у меня тоже такая неугомонная. Любит поиграться. У меня дома Тайсон есть, боксер еще. Но он взрослый. Она тоже к нему постоянно пристает с играми, а он уже не в возрасте, чтобы так прям играться, бороться. Вот я ей постоянно ее торможу. Я говорю, вот тебе бы такого молодого завести, с кем можно было побегать. По первый раз я с вами отпустил. Да ничего страшного, нет, вы что, если бы, конечно... Он, нас бы не было, вы бы отпустили, он бы увидел другую собаку, тогда, может быть, побежал бы куда-то. Так, а так вот, когда они играются, куда он денется? От собаки, от хозяина она вообще не должна убежать. Ну, конечно, отрабатывать вот послушание надо на прогулке. Вот, подзыв обязательно, там, команду стой, чтобы... Такие важные команды на прогулке. Ах ты какая хулиганка, ты смотри, а. Уже все, Джина, на тебя он бодает, как танк прям прет. Настоящий амстаф. Джина, ты, по-моему, в шоке, да, скажи, что-то ты какая-то наглая. Подруга. Тут разошлась. Я вот тоже люблю, когда ушки не купируюсь. Мне многие говорили, купируй, купируй, не похож на питбуля, а мне нравится с ушами. Да, мне тоже с ушами больше нравится. Да вообще, я считаю, ну вот что выросло, как это, ну зачем? Да, какая все вот это... природа дала. Природа дала, да, все верно. А с купирными они какие-то грозные все, кажется. Их да. И так все боятся. Щенок устал. Мне кажется, щенки не устают нифига. Походу даже Джина уже вымоталась. Джина в партер переходит уже. Поваляться. Окрас очень хороший, красивый. Ага. Светло-шоколадный. Ага. Может, вы побегаете, а? Что вы боретесь и боретесь, собаки? Джина, давай побегай с ней. Ты любишь бегать же, бегунья.
Ну а встретила она как ее, да? Да, типа, да. Типа, да, ну-ка, да, ты. Да, да, да. Ну что, правильно, молодец, что так и должно быть. Все, походу Джина устала. Тебе башку трясет. А вы с кинологами не занимались? Не, я сам. А вы будете? Я не знаю. У меня просто самого времени нету, больше никто... А это ваша первая собака? А? Нет, уже несколько было. Но у меня совершенно другие были. Последняя Салюха была. А-а-а. Там совершенно другой характер. Да, и... да, да, да. А что вы вдруг сам Стаффа решили? Да так вот получилось. Совершенно случайно. Вообще об этой собаке никто не думал. Ну вот так вот вышло и все. Вообще о собаке не думали? Ну я собаке тоже, да, вот, как бы... Просто жена очень сильно, когда вот Салюки умерла. Ага. А что, недавно умерла? В феврале. А, так и уже... вот завели эту. Случайно отдавали, взяли вот и чуть ли не из приюта вообще любую хотели взять. Ну, так и получилось, что там Амстаф вообще даже не понимали. Амстаф, питбуль там, черта лысого. Ну, так. Главное собака. Главная собака, да, да, да. Там любую, да. Только не маленькую. Мы маленьких не любим. Йорки все эти, тоя. Потом как почитали про нее, блин, и уж испугались даже. Не, если заниматься, нормальная собака. Кстати, такая вот компанейская. Спортивная. Ну, если времени нет, конечно, блин, потом проблемы начнутся, может. С собаками. Придется обходить всех. Да, Джинка, она тебе даже не отдает, не дает это отдохнуть. Что-то длинный у вас раунд, да? Без передышки. Уже 20 минут они вот так играют. Что же, надоело уже, да? Идите лесом, скажи, да? Да, пойдем. Минут игры, а это, наверное, только разогрев. Да нет, уже. Устает, да? Вон уже язык на плече. Перекур, да, собаки? Че, Джинка, хватит уже? Пойдем тоже. А сколько она вот у вас сейчас весит? 23. 23, да? Это 18. Холки 52. Но она еще подрастет? Кто? Ваша собака или нет? В холке? В холке, да. Нет. Ну, может быть, еще на сантиметр максимум. Хотя не до года у вас, но вообще она вот в 6-7 месяцев она все тормознула. Все, да. Потом уже только вот вширь. Ну до года будет еще вот потихонечку, а потом уже массу набирать будет. Так в основном
активный рост был, я прям заметил, у нее вот до 6 месяцев все, потом остановилось. Я думал, если вот так пойдет, она и моего Тайсона догонит, боксера. А так потом в 6 раз остановилась и все. А боксер больше, да, вот по габаритам? Он 63 или... в холке. Ну, серьезно. Ну, тот еще и кобель, а это девчонка. Все, по-моему. Все, да, хватит. И та уже тоже подустала ваша. Давай, давай, поноситесь. Чуть-чуть. Чё, Джинку тебе не догнать, мы любим побегать, да. Да, как быстро бегает, а? Это она вообще еще не бежит, это она с ней играется. Мы же на курсинг ездили, она там вообще летает. С этими, с борзыми собаками. Все, Харлон, да? Обрезает круги. А, так нечестно. Все, короче, выдохлась. Ага. Дома будет спать сегодня на вас. Молодец, Джина, давай, давай. Притаилась. Она уже устала, уже лапы не держит. Все, молодцы. Харлей, давай, догоняй. Давай, давай. Блин, там ямы тоже вот плохо. Ага, да, как бы лапы, да. Ага. Джина, ко мне. Ко мне. Сейчас я ее подзову, и вы ее поймаете. Ко мне. Молодец, все. Хорошо, собаки, молодцы. Молодцы, молодцы. Все, держите. Упс, все, хорошо. Все, Джина, все, давай побегаем и пойдем. Или пойдем сразу гулять. Ты уже набегалась. Ладно, счастливо. Давайте, давайте. Вообще счастливо. Классная собака, мне так понравилась. Спасибо, пока-пока. Ага, увидимся. Ага. Все, пошли домой тоже. Все, пока-пока. Ага, до свидания. Пошли, Джина, тоже гулять.